Рашид Куддусов. Цена победы. Рано утром 41-го началась война. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Чтобы выбить супостата, встала вся страна. Кто-то бился с ним в окопах, кто-то хлеб простил. И в далеком 45-м все же победил. И вот спустя десятки лет у деда я спросил: «Скажи, отец, откуда в вас нашлось так много сил? Ведь враг был молод и силен, числом превосходил. Но был разбит он в пух и прах, и голову сложил». Старик немного помолчал, слезинку обронил, сказал: «Вся сила в том, сынок, что родину любил».